Добрый день, меня зовут Елена. Какой у вас вопрос? Я управляющий магазин. Нет, не надо. Пожалуйста, я умоляю. Алиса платила, а деньги отнесла в туалет. Она видела, кто их взял. Кто? Ника, новая помощница Дианы. Наверняка залезла Диане в комп. Деньги на любовниц будешь зарабатывать сам. По рукам. Вот только орать не надо на меня. Иди на жену свою ори. И вообще, без извещения я вам ее не выдам. Вы что, издеваетесь? Пьяный, что ли? Я сейчас полицию вызову. Ха-ха, полицию! Да! Everyone said that at first. But you should know, you're not alone. Whatever happens, you have us now. Добрый вечер. А можно подвесочку поближе посмотреть? Конечно. Мальчику или девочке выбираете? Конечно, девочки. Это у вас тут в Москве перепутано все. Пожалуйста. Тренер еще называется. Мы вам детей своих доверяем, а вы что творите? Учтите, я этого просто так не оставлю. И если не получится вас под суд отдать, я все равно знаю, кто мне поможет. Вы все равно за все ответите. Объявляю вас, если что, мужем, ну и типа женой. Как вариант, можете поцеловать невесту.